В Венесуэле продлили обращение банкнот в 100 боливар до 20 января следующего года. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. Ранее планировалось полностью вывести купюру из обращения уже во второй половине декабря. Однако после многочисленных акций протеста и беспорядков власти согласились продлить ее хождение. Необходимость появления купюр большего номинала обусловлена высокими темпами инфляции в стране. На протяжении последних лет южноамериканское государство переживает острый социально-экономический кризис.